Вновь повысить тариф на тепло могут в Петропавловске. В Департамент комитета по регулированию естественных монополий поступила соответствующая заявка от ТО «Севкасэнергосбыт». Этот вопрос обсудили на публичных слушаниях. Согласно проекту субъекта естественных монополий, среднее изменение тарифа осуществляется где-то в порядке размера 7%. В том числе отдельно по группам потребителей ожидается изменение тарифа для населения в размере 11%. Для прочих и других организаций, в том числе для бюджетных организаций, на уровне 3%. Товарищество оказывает услуги по снабжению теплом потребителей областного центра. В настоящее время насчитывается порядка 80 тысяч абонентов. И тариф уже менялся в начале этого года. Учитывая то, что у данной компании имеется 5-летний тариф, и в этом году, в начале года, с 1 января, было изменение тарифа в рамках 4-го года реализации долгосрочного тарифа. В течение года реализации долгосрочных тарифов у субъектов естественных монополий имеется право в рамках закона естественных монополий обращаться в уполномоченный орган об изменении тарифа до истечения его срока действия один раз в год. Публичные слушания – это лишь один из этапов согласования. Не факт, что тариф утвердят. Заявка будет на рассмотрение до конца текущего месяца.